Ну, первый там более собранно сыграли, более качественно сыграли. Много шансов, много ситуаций опасных к чужим воротам, то, что мы хотим делать в наших воротах. Почти про них практически ничего не было, это очень радует. Немножко напрягает ситуация с новыми игроками, потому что сегодня был шанс, когда мы им давали шанс сегодня себя показать. Кто-то проявил, кто-то нет. У нас сейчас вот еще одна игра будет, где будем еще шанс давать новым игрокам. И надеемся, они будут проявлять себя с хорошей стороны, чтобы мы решались их оставлять у себя или нет. Поэтому немного вот этот момент напрягает, потому что еще не чувствую тот факт, как можно было зацепляться, за что и как его оставлять в нашей команде. Но один из игроков неплохо проявил себя, забил 2 гола, можно сказать, хорошо проявил, да, у него есть голевое чутье, это очень радует, это редкость. Попробуем еще одну игру, дать шанс, пусть не развиться. Так, в целом, во втором тайм тоже пытались играть тот футбол, который мы хотим. Эпизод не очень хорошо получался, особенно в начале. Но, конечно, если сделали 8 замен, ну, хочешь не хочешь, это влияет на качество игры. Ну, ничего страшного. Идем дальше, работаем. Мы должны быть терпеливыми. Терпеливыми и ждать, пока Надука будет адаптироваться в зоне 6 номера. Для него это новая позиция. У него есть все качества, чтобы играть на этой позиции, играть на высоком уровне. Наш тренерский состав должен немножко терпеливо относиться к этому, ждать. Он будет много ошибаться, это нормально. Но со временем я верю в то, что он в этой зоне будет топовым игроком. Просто чуть-чуть уверенности и время ему надо давать, чтобы больше он играл. Больше практики. Он пока в этот матч, можно сказать, не сыграл на своем уровне, потому что это новая позиция, много ошибался, терял зону. Ну ничего, главное верить в это, и я убежден, что со временем станет хорошим игроком в этой зоне. Мы сыграли на ноль, но у соперника были 2 шанса, где он мог забить. Потому что мы не сделали ничего такого, противостоять атакам соперника, что мы дали 2 явных шанса. Забей соперник, не знаешь, как игра пошла. Поэтому надо стараться каждый эпизод доигрывать на максимум и допускать к своим воротам каких-нибудь шансов. Ну, конечно, эти шансы в основном возникают. Мы привозим, как говорится, да, себя, но ничего, что значит, надо еще лучше играть, чтобы не привозить к своим воротам. Будем стараться, у нас еще 2 новых вратаря на просмотре. И тоже, я думаю, получится дать шанс поиграть и посмотрим.